Более 160 спортсменов из Украины и России прибыли на озеро Денузлав возле поселка Мирный для участия в соревнованиях по виндсерфингу и кайбордингу. Состязания проходят в рамках музыкально-спортивного фестиваля «Крылья Денузлава». В турнире участвует чемпион мира по олимпийской парусной доске Максим Оберемко. Завтра он улетает в Пекин на Олимпийские игры. Это четвертая олимпиада 30-летнего спортсмена. Максим рассказывает, фестиваль для него – один из важнейших этапов подготовки к олимпиаде. Отличный ежегодный праздник. Здесь, на соревнования все приехали, кто мог и не мог. В общем, по сравнению с прошлым годом выросла в два раза популяризация. В соревновании примут участие не только профессионалы, но и новички и все желающие попробовать свои силы в этих видах спорта. Владимир Ширяев всего второй сезон занимается фристайлом. Говорит, для занятия этим видом спорта необходимо желание и ветер. Во-первых, он безопаснее. То есть все вот эти падения, которые я совершаю, это, ну, только удовольствие они дают, понимаете? То есть никаких ни синяков, ни царапин, ничего. То есть если человек умеет падать, а падение – это неотъемлемая часть серфинга, то есть если ты не будешь падать, ты им не научишься просто. Это не столько спорт, это образ жизни. То есть человек, который это попробовал, вот, он вряд ли потом куда-то пойдет еще. А если пойдет, то все равно вернется. Соревнования продлятся до 26 июля. По словам главного судьи Сергея Саблина, за это время все желающие смогут попробовать себя в этих видах спорта. А новички смогут померяться силами с профессионалами мирового уровня. Ольга Панаскина, Николай Стамов, служба новостей «Волна», поселок Мирный.